острова в виде стран. Это вот же местный правитель. Эмираты – это как Российская Федерация. То есть это… несколько объединён. То есть каждый эмират сам по себе индивидуален. Они объединены в федерацию, в арабском понимании, как Америка. То есть в каждой точке контроля по себе возьмут. У них свой бюджет, своя программа. То есть это одна страна. То есть вооружение общее, каждый сам по себе свой программ. Как у нас области, но у нас только первые четвертости зависит от федерального бюджета. Смотри, у нас будет все равно в Киеве. У них тоже есть президент. Да. Но каждый, но он не лезет делать дела в нашем здесь местном. Он решает только политику. Он порой, короче, как королева. Да. Как Британия. Вот так. Все, да. Он есть, а распоряжается кто? Каждый сам. Пляжа или нет? Да, вдалеке в тумане, я говорю, что там за высотки стоят. Но это не. Закачивать, которую Валтер накачал, у него было закачать музыку бесплатно, типа программу. Да и эту музыку еще угодить надо, она же. А я выберу, не волнуйся. Из тысячи песен две выберу. Вообще, не ругайся. А я не ругаюсь, я просто. Надо компьютер. Вот, смотри, какие домики. Домики. Что-то спрашивают, а я говорю, ничего не понимаю. Максим, где? Максим уже злится на меня. Дубай Марина. We are bored. Не больно. Что ты сказала? Прогуляться. Вот это лодка. Это что, магазин? Смотри, птички прямо это. А что же они там маленькие ходили за продуктами? А вот около нас там есть где-то супермаркет? Нету. Там жилой район.
там только дорогие зубные клиники, пластические тоже клиники, надо эти детские сады. Тоже надо взять какой-нибудь хотя бы сок. Ну так что, да, мы сок вот весь выпили. И это, какой глаз, ну, вот такой грузин, что туда. Они обычно... Можно, почему? Они обычно не продают, как у нас. У них нарезки. Нарезки? Да. Нарезки еще удобнее. Почему? Да. А вот да. Все перестало? Не дует. Вот так лучше. Вот так оставь. Потом включит как надо. Я. Виктория, ты, пожалуйста, себя побереги. Хорошо. Если хочешь купаться в бассейне, есть мороженое, пожалуйста, потерпи. А то до самого конца не будешь. Не купаться в бассейне, есть мороженое. Надо чуть-чуть себя поберечь. Одну фигуру нарисовал, ну, в смысле, вот, допустим, полукруг там или овалы какие-то, а потом ходит их разрисовывает, другую берет эту штуку, и другую разрисовывает. Овал на раз, и все, он опять рисует. Ну, видимо, так надо же. Да, оно как-то вообще... Родная речь. Режет слов не в тему. Тут не в тему. Я Володю, посмотри, Володю, тут даже не клюют. Так, ага, сегодня тук-так. Эти темные такие, темные кожи. Вот, видите, этот фудкор есть. Что такое фудкор? Слышишь? Да, я вчера говорил. Надо это, да. Можно завтра сходить туда. Можно завтра сходить, можно как веку себя будет чувствовать. Что это такое? Ну, где похож?
же кафешки. Кафешки. Да, огромное количество кафешек. Рюмочные. Ой, так она здесь, знаешь, какая будет дорогая. Кто? Кто кафешка-то. Нет, на территории нет. Гостиницы. Да, да. Наш, дороже нашего отеля нет ничего. Не вообще да. Обалдеть. Цены в отеле. Это питомник. Мы с Ильей прочитали, что это детский садик, как стоит напротив. Да? Да. Переводится вообще питомник. Вот этот, да? Да, вот это наш среда. Питомник. А, детский питомник. Для животных. Ну это значит просто вы переводите неправильно, да? Не, ну может так оно и... Это Каден, по идее, детский садик. Ну я вот все еду и думаю, могут привыкнуть его к этому. Ничего. Не будет вам тут тяжело. Нам, нас это не пугает. Нет, у нас настрой другой. У нас настрой тот, что нам все будет хорошо, что мы справимся. Нет, я не про то. А про что? Вот про все. Вот, да, однообразно не будет вот это все, нет? Однообразно? Мне кажется, однообразно ничего у нас в городе нет, мам. Ты же просто это. Да, это деревня. Я говорю, однообразно.